Я, конечно, все видел, но мороженое с лососем я вижу в первый раз. Дадите, да, шарик мороженого с лососем? Да. Сейчас. Там прям кусочки лосося? Ой, если честно, не знаю. У меня сегодня первый день. Ага. Но вы сможете попробовать. Ай, блин. Нормально. Вот. Так как я сладкое не ем, и соленое тоже, у меня есть специально обученный человек, который попробует. Давай, Танюш. Фу, пахнет. Дай понюхай. Что, ничего не пахнет? Ну и что? Короче, соленое мороженое со вкусом лосося. Ну-ка, дай, ладно. Сделаю исключение. Что, косточка? Это мороженое как раз для тебя. Ты же сладкое не ешь, только соленое. Ну, оно реально, оно вообще не сладкое. Ешь? Для диабетиков.